Предмет – химический состав и физические свойства нефти и газа. Тема сегодняшней лекции – термокаталитические способы переработки нефтяных фракций. Раздел – каталитический крекинг. Каталитические процессы при переработке нефти, газа и нефтепродуктов. Все большое распространение получает каталитический крекинг. Каталитический крекинг – это термокаталитическая переработка нефтяных фракций с целью получения компонентов высокооктанового бензина, легкого газойля и непредельных жирных газов. Основное достоинство процесса – большая эксплуатационная гибкость, возможность перерабатывать различные нефтяные фракции с получением высокооктанового бензина и газа, богатого пропиленом, изобутаном и бутенами. Такой универсальностью объясняется весьма значительная доля каталитического крекинга в общем объеме переработки нефти. Катализатор снижает энергию активации реакции крекинга, вследствие чего скорость каталитического крекинга выше термического, и условия крекинга более мягкие. Катализаторами служат алюмосиликаты с высокоразвитой поверхностью. Ранее применяли аморфные алюмосиликаты. В настоящее время освоены более активные кристаллические алюмосиликаты с активирующими добавками, в том числе и с редкоземельными элементами. Расщепление углеводородов происходит по той же схеме, что и при термическом крекинге. Условия процесса. Температура 450-520 градусов Цельсия, давление от 0,1 до 0,2 мегапаскали. Каталитический крекинг характеризуется помимо реакции расщепления реакциями замеризации и перераспределения водорода, то есть дегидрирование или гидрирование. Алканы крекируются с образованием более легких, предельных и непредельных углеводородов. Алкены изомеризуются в углеводороды с разветвленной цепью, а также замыкается цикл с последующим гидрированием, что приводит к образованию аренов. Циклы алканы в результате дегидрирования также превращаются в арены. Арены же с длинными боковыми цепями в условиях крекинга дезалькилируются, то есть отщепляются боковые группы с образованием бензола и непредельных углеводородов. При конденсации аренов происходит коксообразование с отложением кокса на поверхности катализатора, что снижает его активность. Активность катализатора может быть восстановлена выжиганием кокса в присутствии воздуха при температуре 600 градусов Цельсия. Регенерация катализатора циклически чередуется с крекингом. В промышленности в зависимости от состояния катализатора различают каталитический крекинг со взвешенным слоем и с движущимся катализатором. Наибольшее распространение вследствие высокой интенсивности процесса и легкости регенерации катализатора получил крекинг с кипящим слоем катализатора. Бензин каталитического крекинга содержит значительное количество аренов и изоалканов и вследствие этого имеет высокое октановое число, равное 80, а с добавкой этиловой жидкости 95. Для бензина каталитического крекинга характерно отсутствие непредельных углеводородов, что обуславливает его стабильность. А газы каталитического крекинга состоят из предельных и непредельных углеводородов от С1 до С5. Их используют в промышленности для органического синтеза. Повышение качества светлых нефтепродуктов и в особенности увеличение октанового числа бензинов и повышение их стабильности может быть достигнуто использованием каталитического реформинга. Сырье. В настоящее время сырьем каталитического крекинга служит вакуумный газойль. Прямогонная фракция с пределами выкипания от 350 до 500 градусов Цельсия. Конец кипения определяется в основном содержанием металлов и коксуемости сырья, которая не должна превышать
0,3%. Фракция подвергается предварительной гидрочистке для удаления сернистых соединений и снижения коксуемости. Также в качестве сырья используют остаток процесса гидрокрекинга. В качестве компонентов сырья можно использование диасфальтизаторов, петролатумов, фильтратов, обезмасливания гачи. Условия процесса. Для установок с лифт-реактором кратность циркуляции катализатора к сырью 10:1. В реакторе температура поддерживается 510-540 градусов Цельсия, давление от 0,5 до 2 атмосфер. В регенераторе же температура выше, чем в реакторе, от 650 до 730 градусов Цельсия, а давление 1,3 атмосферы. Катализаторы. На установках прошлого поколения использовался аморфно-шариковый катализатор. В настоящее время используется солидосодержащий микросферический катализатор. Ряд компаний при приготовлении катализатора также вводят в солид редкоземельные металлы. Различают установки по организации процесса периодические. Через нагретый стационарный слой катализатора пропускают сырье, и после того, как оно закоксуется, реактор ставят на регенерацию. И второй – непрерывной регенерацией. Из реактора выводится закоксованный катализатор, с поверхности которого выжигается кокс в отдельном аппарате и возвращается в реактор. После регенерации катализатор сильно нагрет, чего не хватает для процесса крекинга. Поэтому процесс каталитического крекинга не нуждается в подводе внешнего тепла. Сами же установки непрерывной регенерации подразделяются на реакторы с движущимся слоем катализатора, на реакторы с кипящим слоем катализатора, на реакторы с лифт-реактором и на миллисекунд. Из гидрочищенного вакуумного газоиля в 100% получено 0,04% водорода, 0,25% метана, 0,23% этана, 0,36% этилена, 0,85% пропана, пропена 2,73%, бутана 0,86%, бутен получено 2,5%, изобутан 4% 0,2%, бензиновая фракция с октановым числом исследовательским 90 58,62%, а также полученный газоль 27,17% и кокс в составе 2,17%. Качество продуктов. Газы каталитического крекинга наполовину состоят из непредельных углеводородов, а бензин высокооктановый исследовательский имеет октановое число исследовательский 91. Легким газолем каталитического крекинга считается фракция до 270 градусов Цельсия. Применяется оно в производстве сажи. Тяжелый газоль, полученный продукт из крекинга каталитического, используется в процессе коксования для получения игольчатого кокса. Схемы промышленных установок. Подогретое в трубчатой печи сырье подают в трубку узла захвата, где оно тонко распыливается и встречается с потоком регенерированного катализатора. Крекинг осуществляют, как правило, в лифт-реакторе в режиме пневмотранспорта. Применяют также реакторы других конструкций, например, с кипящим слоем катализатора. Пары продуктов крекинга и непревращенное сырье после отделения от катализатора в циклонных сепараторах, расположенных в сепарационном пространстве реактора, разделяют в ректификационные колонии, из которой возвращают систему. Установка крекинга с микросферическим катализатором. Здесь у нас является первый воздушный компрессор, второе топка, третье регенератор,
где сжигается кокс катализаторов, четвертый лифт-реактор, пятый узел распыла сырья, шестой десорбер и седьмая колонна – это ректификационная колонна, где идет разделение на фракции. Процесс каталитического крекинга является одним из наиболее распространенных крупнотоннажных процессов углубленной переработки нефти и в значительной мере определяет технико-экономические показатели современных и перспективных НПЗ топливного профиля.